Не хотят сдавать экзамены в аудиториях. Группа студентов Государственного университета Молдовы сегодня устроила мирный протест перед правительством. Молодежь недовольна решением вуза провести сессию с физическим присутствием. С другой стороны, ректор университета Игорь Шаров пригласил учащихся на дискуссию и попытался прояснить ситуацию, сославшись на постановление Нацкомиссии по ЧС в сфере общественного здоровья. Проведение экзаменов с физическим присутствием вызывает стресс, потому что мы продолжительное время учимся дистанционно. Мы привыкли к этому режиму, у нас в голове сформировалось ощущение стабильности. Мы считали, что так будет и дальше. Теперь нам труднее вернуться в аудитории. Мы привыкли, у нас есть своя зона комфорта. Этим утром около 30 студентов собрались у здания Государственного университета. Молодежь недовольна тем, как в этом году будет проводиться экзаменационная сессия, потому что рассчитывали на дистанционную. Дистанционное обучение, по крайней мере, до конца зимы. Студентов пригласили на дискуссию с ректором вуза. Игорь Шаров сослался на распоряжение Национальной комиссии по ЧС в области общественного здоровья. По решению комиссии экзамены будут с физическим присутствием. А вы к чему призываете? Нарушить закон? Я не намерен нарушать постановление. Я буду его соблюдать. Более того, по словам ректора, во время сессии студентов распределят по группам, чтобы избежать скопления людей в аудиториях. В день будет по 3 экзамена. В 10 утра, в час и в 5 часов вечера. Не добившись желаемого результата, студенты направились к правительству, где устроили мирный протест. По их словам, решение о проведении сессии в вузах с физическим присутствием несет в себе определенные риски ввиду того, что уровень вакцинации населения пока не достиг высоких показателей. Молодые люди готовы вернуться в аудитории, но только после улучшения эпидемиологической обстановки. От лица организаторов могу сказать, что мы намерены подать обращение и потребовать аудиенцию в правительстве. Это первый шаг на пути к нашей большой цели – добиться своих прав, потому что наши права должны быть соблюдены. 2 недели назад Нацкомиссия по ЧС в здравоохранении постановила возобновить проведение экзаменов в высших учебных заведениях с физическим присутствием. Тогда же студенты столичных вузов выступили с петицией, которая набрала почти 3000 подписей. При этом некоторые противники проведения сессии в аудиториях заявляли, что на время экзаменов им негде остановиться. По их словам, пока лекции проводились в онлайн-формате, они вернулись в родные населенные пункты и отказались от временного жилья в Кишиневе.